Вежливый фонарь теперь встречает гостей парка Жалибера. Это один из подарков городу к 896-летию. Его установило предприятие «Горсвет». Конструкция расположилась у центрального входа в парк. Это одно из любимых и знаменитых мест у горожан и туристов. Важно отметить, что здоровается фонарь рукой, напечатанный на 3D-принтере. Вежливый фонарь будет работать с помощью датчиков. Касание руки распознает электроника и дает сигнал фонарю снять шляпу. Такой же скоро появится у входа на площадь Советскую. Таким образом, с двух сторон центральной части нашего города объекты будут приветствовать всех, кто по нему прогуливается.